Я стал сомневаться в мотивах Легиона. Остатки отряда викингов отправились к заставе, откуда Железный Легион давно бежал. Нужна помощь? Сам справлюсь. Сколько самомнения. В путь. Что ж, веди. Бежал? Я не мог в это поверить. Стоун из Легиона. Я верил ему. Всем привет на канале Фарвал ТВ. Игра Фархона. Продолжение игры. Хочешь поговорить? Не сейчас. Купи мечи и сабли. Стрелы. Катапульты. Все находится здесь в совершенно полном переизбытке, даже я бы сказал. Так, выходим. Заходим. Как это появились такие шустрые воины? С ним сделать ничего не могу. Так он меня убьет. Знамя доблести. Доблести. Да что такое, кнопка зависла. Так, отвисла. Восстанавливаемся. А кто смелый? Получился добивающий удар, но, видимо, он здесь и не нужен совсем. Я смотрю, там важное какое-то место было, которое нужно просканировать. Могло быть хуже. Куда бы мы ни отправились, мы предаем своих. Зачетные что маски. Что же стало с Железным Легионом? Шлемы. Жди здесь. Я расчищу путь. Ну да. Кто бы сомневался. Так что это за место? Важный объект. Железный Легион преклонил колени перед черным камнем. Так же, как многие другие. Мы выбрали это место из-за его истории. Легенды гласят, что именно здесь вожди викингов отдали Эшфилд нашему народу. Историческая справка. Ну что ж, будем пробивать защиту викингов. Тем более использовать щиты. Кто прикрывает его с этого лучника? Комбо удары, скорее всего, нужно. Пропустил. Настал черед викингов бежать. С каким мечом вышел на меня? Так это вообще. Выносливости. Почти не остается. Не осталось. Сломил врага своей контратакой. Так, выходим. Общее блокирование. Как замечательно. И общее блокирование, и стрелочник здесь тебя
отходим, отходим. Лучник мешает. Вообще видите сами по себе тяжеловесы. Сомневался. Нужно убить не только вождя, а вообще всех здесь, в этой деревне. Интересно, если что, в бочках. В бочках ничего нету. Где этот счастливый лучник? Надо оставить улучшение выносливости. Так, это что здесь? Ага, ясненько. Такая штука у нас — знамя доблести. А вот и объекты на ресурсы. Почему один из пяти? Сейчас вот этих вот лучников. Да, лучник вообще был один. Нет, два. Так, надо пробить им блок. Заело, что ли, заехал? Сделать ничего не могу. Ну, добиваю его, блин. Ой, ну как-то так. Убился. Наконец убился. Открывай ворота. Запускай народ. Так и это. Что еще? Даже не всех забили. Блин, да сколько вас здесь будет вообще? Последний рывок выносливости. Так, здесь я, кажется, осматривал. Добивающий удар. Добивающий удар. Где же здесь предметы, интересно?
не то. О чем я подумал. Доберитесь до рыцарей отступников. Тяжело бежать, конечно, в доспехах. Железный легион стада. Трусы, которые сражаются только если их ведут в бой. В легионе Черного Камня совсем другие порядки. Ну да. Пропустил это. Когда лава остывает, иногда получается черное стекло, которое острее самого острого клинка. Высоко в горах нашли глыбу обсидиана, из которой вырезали круглый стол. Там и был создан легион Черного Камня. Ясненько. Где что, откуда и куда? Кажется, то, что мне нужно. Легион Черного Камня. Смерть предателям! Так, чуткий воин. Замечательная комбо. Ясно, ничего с него не выпало. Ни ножа, ни меча, ни сабли. Да что-то у вас здесь многовато. У вас, блин, прыгать бы как-то, обойти, да. Поговорить бы хоть с одним беглецом. Так не хотят разговаривать. Почти меня уже... Восстанавливается, почти убили. Уходи, уходи. Блин, блок ему не пробить. Наконец-то. Ты, как тебя вылечить-то? Ты. А вот так. Важный объект. Некогда в круге Черного Камня нас было 15. 8 раз мы выбирали полководца. Но все, кроме одного, были слишком слабы, благородны или же слишком слепы. Я последний. Остальные в могилах. Серьезно. Заявление. Служили Железному Легиону. Все мы связаны клятвой. Все что мы тут произошло? Воюем с мечом и стрелами. Почему вы покинули свой пост? Псы Черного Камня отбились от стаи.
Ты что, смерти не боишься? Назад! Какой страж станет сражаться за Аполеон? Кому-то пора сменить доспех. Почему вы покинули свой пост? Убить их. Так, кто бы сомневался. Пропущенные и заблокированные удары заполняют шкалу ярости. Хорошо. Где эта шкала? А, вот она. Бонус трек такой. Все, ярость закончилась. С хорошей дубинкой. Главное ему блок пробить. Не, почти всего. Так это еще не все. Я встретил нашего командира. Командир вообще страшный. Какой меч у него. Видимо, такая же и броня. Мне так кажется. Броня, конечно, тоже соответствует. Ха-ха-ха. Не, ну, надо как-то его, конечно, побеждать. В общем-то, победите. Не получилось, сильный оказался командир. Что сохраняет жизнь? Что? А, типа честный бой. Животных готов смирно ждать своей смерти. Овца. Овца. Нет. Ты
пожаловать в мой легион. Я все понял. Но поздно. Клятвы, данные стражам, не нарушить.